Привет, я Сами с Фаузия Академии. В этом видео я покажу вам, как исправить сообщение об ошибке с Windows Bootmaker сжимается. Нажмите Ctrl плюс Alt плюс Del, чтобы перезапустить. Использование функции «сжать» на системном диске может сжимать некоторые файлы, требуется для загрузки с Windows. Это может просто сделать ваше окно не загрузиться. Если проблема не связана с оборудованием, вы можете это исправить с относительной легкостью, если у вас есть Windows DVD удобно. Установка BIOS. Чтобы загрузиться с компакт-диска, первых, большинство компьютеров использовать F2, F10, ESC или клавишу DL, чтобы начать программу BIOS Setup. Посмотрите на вкладке в BIOS Setup Utility с маркировкой «Порядок загрузки», «Параметры загрузки» или «Загрузки». Следуйте инструкциям на экране, который точно не выглядит так, как я. Запуск стартап Repair от среда восстановления Windows. Вставьте Windows 7, Windows Vista или установочный диск, а потом запустить компьютер. Нажмите любую клавишу, чтобы загрузиться с компакт-диска или DVD. Окно загружается, файлы, синий монитор появится, выберите язык, время и валюту, а также другие сидения. Затем нажмите кнопку «Далее». Выберите ремонта компьютера, параметры восстановления системы в поисках установочного диска, проверьте использовать инструменты восстановления и выбрать операционную систему. Вы хотите, чтобы ремонт в Windows 7 иногда у вас есть больше, чем одна операционная система на компьютере? Теперь нажмите на «Загружать драйверы», вы получите этот экран, нажмите кнопку «ОК», теперь вы получите окно проводника. Нажмите на компьютер, щелкните правой кнопкой мыши на установке диска, который будет диск в большинстве случаев, выберите свойства, снимите на сжатие этот диск для экономии дискового пространства и нажмите кнопку «Применить», затем «ОК», подтвердить изменение атрибутов окно, всплывающее «Убедитесь», говорит он, вниз сжатым и обеспечить «Применить изменения», ездить вложенные папки и файлы, выбирать. Теперь нажмите кнопку «ОК» и не ждать несколько минут, пока он не сжатый. После того, как это сделано, перезагрузите компьютер в обычном режиме и посмотреть, если он загружает, не нажмите любую клавишу, иначе он будет загружаться с компакт-диска. Появится «Начинай окна». Надеюсь, эта информация полезна. Спасибо за просмотр. Академия Фаузи. Пожалуйста, как подписаться, поделиться видео, а также посетить наш веб-сайт fauziacademy.com.